бросай, ты видел? Да! Лучше уноси ноги! Или беги! Неважно! Огонь! У нас гости! Фу ты! Опять ты! Ты с ним знаком, Раф? Убери свои вонючие лапы! Отпусти! Кейси! Кейси! Ты его знаешь? Не трогай его, он мой друг. Скажи, Кейси, что ты тут делаешь? Ты лучше мне скажи, откуда ты знаешь этих психов? Это мои... мои друзья, о которых я рассказывала. Подожди, значит, они неплохие парни? Нет, конечно. Кейси Джонс, знакомься. Леонардо, Донателло, Микеланджело. Привет. И неповторимый Рафаэль. Значит, черепахи все итальянцы? Нет. Я назвал их в честь моих любимых художников итальянского возрождения. Кейси? Кейси, очнись! Это учитель Сплинтер, Кейси. Он крутой. Ты можешь меня не бояться, мой друг. Уверяю тебя, я не кусаюсь. Ты гигантская говорящая крыса? Ха-ха-ха! Грозный мститель боится крыс? Ха-ха-ха-ха! Так же, как ты, тараканов, Раф! Что с тобой, Эйприл? Сенсей, мы тут не одни! Эй, он выдаст наши координаты! Не дайте этому роботу уйти! Кейси Джонс его не упустит! Передай Кейси Джонсу, мне его помощь не нужна! Что ты делаешь? Я? Ты мне мешаешь! Быстрее давай! Шевели панцирем! Ты живой? Спасибо! Вот он! Спасибо, Раф. Теперь мы квиты. Я сам прикончу этого робота. Он бежит на улицу! Его нельзя упустить! Это было очень опасно. А ты можешь драться, Джонс. Да, техника слабовата, реакции не хватает, но ничего. Спасибо. Ты тоже, в общем-то, ничего. Хоть амфибия. Да! Как дела? Нам с Рафом роботов не оставили? О, круто! Ну, рассказывайте, вы теперь навеки друзья, не разлей вода? Да! Я вижу, ты нашел союзника, Рафаэль. Да! Кейси крутой! Спасибо за помощь моей семье. Не проблема, Чело-крыс. Хорошая была разминка. А теперь самое время чистить улицы от мусора. Самое время! Да! Ясно. Знаете, что это значит? Теперь у нас два Рафаэля! На старт! Тебя не победить! Внимание!
все не так плохо, а, парни? Турборолики? Так нечестно! Да сядь ты, наконец, насекомое! Лучше бы ты этого не делал. А дальше будет еще хуже! Если это все на что он способен... С чего ты это взял? О, нет, это аквариум! И что же такого страшного в аквариуме? Пример неспортивного поведения. Мы не жульничали. Мы прикрывали друг друга. Ты говорил, что на улице каждый мутант сам за себя. Ты ошибся, чувак. Друг не позволит другу грохнуться с крыши. Эй, подмышка, дай ключ на 10. Сейчас, Плевотелло. Малышка почти готова, да, Крэнкзад? Крэнк пишется через «э», а не через «а». Это кто сказал? Крэнги. Твой прикол не считается, придумай другой. Ладно, Луналикий. Предлагаю мощный тест-драйв. Приготовьтесь, ребята! Кейси Джонс сейчас поставит рекорд скорости. Мы готовы. На старт! Пошел! Поразительно!
Машина Кейси быстрее скорости света! Отличный результат! Вы хоть и психи, а все получилось! Я почти удивлен! Он почему-то не тормозит. Что-то не похоже. Секундомер не нужен. И так ясно, машина зверь. Испытать бы ее. Надо найти этого хулигана. Кейси, ты живой? Чел, что с твоей классной тачкой? Ты угробил ее. Ты погнался за маньяком один, да? Я думал его сделать. И вдобавок он никакой не маньяк, а самый настоящий мутант. Да, мутант. Ты меня проигнорировал. Я бы помог. Этот парень бросил мне вызов. Таков закон дороги, друг. Один на один. Ладно, отбуксируем металлолом в гараж. А? Ребята, идите сюда! Не трогай! Похоже на мутагенное топливо. Поразительно. Мутаген расплескало по всей дороге. Кейси, все в порядке? Что случилось? Демон скорости 2. Кейси Джонс. Молния. Ты что, за ним гонялся? Полиции он не по зубам. Кто-то должен призвать мутанта к ответу. И этот кто-то Кейси Джонс, да? Да, Рыжик. Только мне это под силу. Ну, нашел, что там с исцеплением? Кое-что удалось найти. Эй, Микки, не пускай кур в сарай! Слушай, Донни, прости, что я погнался за демоном скорости 1. Ничего, у нас с ребятами свой план, как приструнить этого психа. Донни, ты же понимаешь, форсированный движок – наш единственный шанс. Мы должны работать вместе. Я не знаю. Без твоей гениальной головы мне не обойтись. Пожалуйста. Хорошо. Есть одна идея. Безумная, классная идея. Не спи. Это высший суперкласс! Да, я знаю. Все почти готово. Осталось решить проблему с искусственным интеллектом бортовой компьютерной системы. Мутаген бензин. Ну-ка, цып-цып-цып-цып-цып! Где ты, моя цыпа? Цып-цып-цып! Вот это да! Что? Какой ужас! О, только не это! Микки! Только этого не хватало! Еще один мутант!